Правом на тепло уже сегодня смогут воспользоваться некоторые иркутяне. В городе начался запуск отопления в жилых зданиях. До этого горячими батареями стали в социальных учреждениях, школах, детских садах и больницах. Теперь пришла очередь многоквартирных домов. Правда, кое-кому еще придется немного подождать. Запуск отопления проходит поэтапно. Это значит, что в каких-то районах Иркутска батареи нагреются только завтра или послезавтра. Похожая ситуация в Усолье. Старт отопительного сезона там также дан сегодня, но тепло будет поступать постепенно. А вот усть-илимцам ждать не приходится. В их квартирах температура стала комфортной еще утром 12 сентября. Чуть позже, через два дня, согрелись в своих домах жители Братска. В городе установилась низкая температура, поэтому начало отопительного сезона перенесли с 17 на 14 сентября.